Всем привет, друзья! В общем, такая история получилась. Мать увидела объявление, не объявление, а рекламу в газете, что магазин по акции продает красную икру. Ну, что-то там за 250 рублей за баночку. И, в общем, из дури накупила их 5 штук на 1000. Смотрите, смотрим на баночку. Вот так. Состав. Сейчас фонарик мешает маленько. Так, в общем, вот состав. Икра, соль, растительное масло, консерванты Е200, Е211, срок хранения и годности 1 год с даты производства, при температуре минус 4 до минус 6. Дата изготовления указана на дне банки. 100 грамм продукции содержит белок 32 грамма, жир 15 грамм, витамин В1 0,2 грамма, В2 0,11 миллиграмм, ПП1,2. Ну, то есть, состав обычной икры. То есть, баночка быстрее всего оригинальная. Дальше смотрим. Икра лососевая зернистая, сорт первый. Производитель ООО «Жемчужина Камчатки», Россия, Камчатский край, Соболевский район, река Коль, улица Степная, дом 5. И телефон. ГОСТ 18173-2004. Масса нет 140 грамм. В общем, вот такой вот лохотрон, друзья мои. «Жемчужина Камчатки». Да? Вот он, баночка. Здесь, видите, даже выпито чавыча, то есть икра чавыча. Вот такая вот штука. Но, блин, у меня сразу сомнения возникли. 250 рублей, ну, в общем, как-то это маловероятно будет. Ну и что вы думаете, по итогу все-таки это оказалась имитация? Сейчас я вам покажу, почему. В общем, за эту банку можно было бы взять две банки тоже самой имитированной икры. Проверяется она очень легко. А вот она уже вскрытая. Так, икринка прибежала. Во-первых, подозрения у меня возникли, где я пытался осмотреть желчный мешочек. Когда икринки смотрите, у вас там наверху плавает такой желчный мешочек. Но проверяется еще проще, как бы никто не присматривается. На вкус она как хорошая имитированная икра, реконструированная. Мы берем, кидаем все это дело в чашечку и заливаем это дело кипятком. Если это настоящая икра, белок сразу начнет сворачиваться, он побелеет. Если это имитированная, ни хрена не будет происходить. Вот, долил кипятка. Ну и смотрим. Настоящей икры сразу будет белый след оставаться. Тут у нас маленько плавает масло, потому что на масле. И видите, маленечко даже уже окрасилось розовым цветом. Пленочка от нее желатиновая. Так что вот такой вот, друзья мои, лохотрон оказался. По идее, конечно, что-то можно им за это кыль сделать. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Просто народ наебывают. Откровенно наебывают. Вот он, видите, какая желатиновая пленка это. Не стоит она 250 рублей. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока.